Развивать свой бизнес в условиях кризиса реально. Национальная телерадиокомпания «Чуваши» совместно со Сбербанком и интернет-агентством «АпЛаб» представляет образовательно-прикладной курс для предпринимателей, топ-менеджеров, компаний и маркетологов республики «Деловая среда Чуваши». Первый мастер-класс от креативного продюсера национального телевидения «Чуваши» Оксаны Очкасовой состоялся уже сегодня. Ну, открыли вы магазин в центре города. И что? Мне, как потребителю, например, удобнее ходить в магазин около своего дома, условно, да? Или мне хотелось бы посмотреть заранее ассортимент товаров, который там представлен. Или мне хотелось бы там что-то выбрать, что-то сравнить с чем-то. Большинство компаний не дает этого. Стратегический менеджмент, создание бизнес-проектов, работа с персоналом и интернет-продвижение. На протяжении 11 недель у представителей малого и среднего бизнеса республики будет возможность посещать эти и другие мастер-классы абсолютно бесплатно. Нам кажется, очень важно, чтобы бизнес развивался. Не все знают маркетинг, не все имеют возможность ему учиться. Я как тренер там, с очень большим стажем и поездками по России знаю какие-то тенденции, как их можно применить в бизнесе, как их можно использовать себе во благо. И если бизнес будет развиваться, то всем нам, компаниям, которые занимаются и рекламой, и диджитал-технологиями, и всем, кто работает с малым или средним бизнесом, будет намного проще общаться. Первый мастер-класс бизнес-проекта собрал под одной крышей представителей самых разных сфер бизнеса. Мне интересно узнать, что нового в этой области, в области маркетинга, и послушать компетентных людей. Да, я приду еще раз и, может быть, приведу кого-то из компании. Конечно, это утро можно было провести традиционным каким-нибудь способом, тренировки, какие-то планерки, какие-то, может быть, общения с друзьями. Но поверьте, я ни на секунду не пожалела, что пришла сюда. Оксане огромное спасибо, спасибо Сбербанку и Национальной телерадиокомпании. Даже для такого предприятия, как наше, физкультурно-оздоровительные услуги, я нашла очень много нужной информации. Следующий мастер-класс пройдет 21 сентября. Зарегистрироваться на него можно уже сейчас в официальной группе национальной телерадиокомпании «Чуваши». Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика.